Профсоюзные организации Хабаровска и НИИГАТы объединяются, точнее, перенимают опыт работы. За круглым столом представители Ассоциации по повышению благосостояния трудящихся Японии обсудили с мэром Александром Соколовым вопросы развития экономических отношений между городами. 17% трудящихся префектуры НИИГАТа объединены в профсоюзное движение. Мы отстаиваем их права и выступаем против сверхурочной работы. Интересные пути достижения цели, потому что трудящиеся и в Японии, и в Хабаровске, и в России, они, в общем-то, тоже сопряжены прежде всего с условиями труда, с заработной платой. В Японии права трудящихся отстаивают депутаты народных избранников. В префектуре НИИГАТа выбирают через профсоюзные организации, дают им наказы и требуют их исполнения. Этот опыт Хабаровское объединение готово взять на вооружение.